Қайырлы таң, таңмен таласа жақсылыққа асыға оянған көрермен. Бүгін сіздермен тікелей эфирде «Сәлем семей» бағдарламасы басталды. 3 сағат бойы сіздермен жүздесетін боламыз, ал бүгін сіздермен қарбыз жайлы әңгімелесетін боламыз. Здравствуйте, друзья! Сегодня понедельник, последняя неделя лета. И мы приветствуем всех, кто нас смотрит на канале «Семей». Напомню, это информационно-развлекательная ежеутренняя программа «Салем Семей». Вместе с вами проведем 3 часа. 2 часа будем говорить о пользе и вреде арбуза. Yeah. Ну, а вот 3-й час, как всегда, наша традиционная викторина «Час удачи». Это с половины 12 до половины 1. Мы ждем гостей к нам в студию. Будем говорить не только сегодня про арбуз, потому что в преддверии школы хотелось бы вообще в целом о правильном здоровом питании для детей поговорить и о недостатках нашего региона, как нам компенсировать то, чего нам не хватает в пище, в частности, йода, например, да, потому что у нас вода такая вот относительно не иодированная, и приходится как-то компенсировать, возмещать недостаток. Ну, в общем, будем сегодня по полной наших специалистов эксплуатировать, которые к нам пришли. Ну, а сейчас, как всегда, прогноз погоды. Қараулда күн ашық, күндіз плюс 23, түнде плюс 13 градус. Абралда күн ашық деп күтілуде, күндіз 30, түнде 20 градус жылы болады. Бесқарағайда аздаған жауын күндіз 21, түнде 12 градус жылылықты көрсетеді. Барадулихада аздаған бұлтты күндіз 21, түнде 14 градус нөлден жоғары. Қалбатауда аздаған жауын жауат күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Көкпектіде күн ашық, ауа температурасы күндіз 24, түнде 10 градус нөлден жоғары. Үржарда аздаған жауын күндіз ауа температурасы 24, түнде 16 градус жылы. Ақсуатта аздаған жауын ауа температурасы күндіз 27, түнде 16 градус нөлден жоғары. Аягөзде күн ашық, күндіз 22, түнде 13 градус жылы болады. Курчатовта аздаған бұлтты, күндіз 18, түнде 11 градус жылы. Өскеменде аздаған жауын жауат, күндіз плюс 25, түнде плюс 15 градус. Семейде күн бұлтты, күндіз 21, түнде 12 градус жылылықты көрсетеді. Таков прогноз погоды на день сегодняшний, друзья. Вроде как бы и не сильно-то и холодно, но тем не менее пасмурно и местами дождь. Ну, захватывайте зонтик, в общем, с собой, когда будете с утра выходить из дома. Ал қазір бізде атаулы күндер айдары. В 1859 год полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтасвилла, штат Пенсильвания, пробурил первую нефтяную скважину глубиной 21 метр. С этой даты начинается отсчет современной нефтедобычи. В 1896 году появилась на свет Фаина Георгиевна Раневская, советская актриса кино и театра, современными журналистами именуется одной из величайших русских актрис 20 века и королевой второго плана. Год 1912. Эдгар Райс Бероуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана. 1925 жылы мүсінші ұлттық кәсіби мүсін өнерінің негізін салушылардың бірі. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық суретшісі, Қазақстан өнер қайраткері, КСРО суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі Хакымжан Наурызбаев дүниеге келді. 1928 жылы ақын Қабдікәрім Ыдырысов дүниеге келді. Ақын шығармаларында патриоттық сезім, қайсарлық пен батырлық, достық пен махаббат тақырыптарына тоқталады. Год 1955 вышел в свет первое издание книги рекордов Гиннесса на 198 страницах. Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения. 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған мерейтойлық медалін бекітті. Ну что ж, друзья, я представляю наших гостей. К нам сегодня пришли руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими и подростковыми пищевыми объектами Гульнар Муратбековна Жакупжанова и Гульмария Тулегеновна Сейтбаталова, ведущий специалист этого же отдела. Доброе утро. Как настроение? Замечательно. Мы сегодня решили поговорить о пользе и вреде арбуза, но так как у нас в гостях такие люди,
мы не можем, наверное, не поговорить в целом о ситуации с питанием детским в школах, в садиках и так далее. Но давайте мы, наверное, как раз-таки начнем с этого. Вот сейчас начинается новый учебный год. Какие-то нормы же есть наверняка, да, для школы. Вот я помню, учился, были пиццы, были жареные пирожки. И сейчас этого нет в школе, насколько я знаю, да? Да, вы правильно говорите. Ага. Да. Добрый день, уважаемый город, горожане и гости города. Во-первых, хотим поблагодарить вас за приглашение. Сегодня, значит, нормативы, они меняются у нас. Угу. Чуть ли не можно сказать очень часто с такими темпами, потому что регламент и темп жизни определяет, конечно. И в связи с этим у нас новые санитарные правила вводятся. 611, 615, вот такие нормативы. У нас руководители школ, значит, детских садов об этом знают. Мы часто в рабочем порядке организовываем семинары, круглые столы и так далее. Но насчет организации питания хотелось бы отметить, что был утвержден единые нормативы. Хочу зачитать. Угу. Да, единые стандарты по здоровому рациону питания для школьников. Они разработаны специалистами Казанской академии питания, да, и разработаны для трех возрастных групп. Ух ты! Да, 7-10 лет возраста, значит, должны калораж получить 840 килокалорий. Вот такой норматив был установлен. Это, я так понимаю, младшие классы, да? Да, это младшие, да, по возрастам вот именно такой регламент введен. В возрасте 11-14 лет 954 калории установлено. Для возрастов... Повышается. Да, для 15-18 лет тире это 1020 калорий. И в армию. Да. Сейчас идет внедрение вот этих стандартов поэтапно, постепенно, так можно сказать. И мы нацелены на то, чтобы ознакомить и быстрее внедрить. Здесь как бы вот только калорийность пищи, а сам рацион разрабатывается уже непосредственно при тендере, да? Да, ну, тендерная, это конкурсная комиссия также продолжает работать, это уже другая сфера. А вообще вот этот норматив утверждает, что вот согласно этих требований они должны выдерживать. Кто организовывает питание, выдает ответственность. Просто видите, допустим, бургер тот же, да, или там хот-дог, он же тоже высококалорийный, но он же вредный. Для детей его никак бы не желательно. Да, это нежелательно. Во-первых, это блюдо должно быть, горячее питание должно быть организовано. Конечно, это супы должны быть. И вторые блюда, они должны на выпечке быть. Они жареного не должно быть, фритюрного не должно быть. И регламент определяет, что должен утверждаться руководителями учреждений перспективное меню. Скажите, ну проверки проходят, вот, допустим, да, регулярно проходят, же, да? В школу приходят, смотрят, а как у вас с питанием, а есть ли там жареное, нет ли жареного, да? Мы, допустим, как организация охраны общественного здоровья проводим по регламенту, согласно предпринимательского кодекса, свои проверки осуществляем. Сейчас вот этот вид проверки раньше назывался плановый, или по-другому сейчас называется по особому порядку. Согласно этого, значит, школьный объект у нас проверяется один раз в год. Да. Ну, в разных школах, да, соответственно? Да, все школы. Қалай? Населелер. Ауыл мектептерінде, енді бізде 18 мектеп бар, ауыл мектептерінің ішінде, оның ішінде... Достаточное количество. Да, 18 сельских школ, и из них в 10 школах организовано горячее питание, в 3 буфетные. Енді 18 мектептің онында ыстық тамақ болса, үшеуінде буфеттік тағам қолданылады. Раньше было вообще состояние чуть хуже, можно сказать, только в 4-5 было организовано в сельских. Сейчас мы вот совместными работами и совместно с акиматом сельских округов, вот Булак, Озер, Баженова, Знаменка, Дугала Набралинского района добились организации горячего питания школьникам. Даже в самом отдаленном сельском округе Дугала организовано буфетное питание. Но там есть недостатки по оснащению оборудования. Вот этот вопрос. Это вы имеете в виду столы, стулья? Да, там даже тарелки, ну, да, там, да, и так далее. Да. Я думаю, со временем этот вопрос решится. Ну, да. Благодаря меценатам, благодаря тем, кто вышел из этого. Обычно же у нас происходит так, что стал предпринимателем и потом возвращается в родное село и что-то дарит в школе. Вот будем надеяться, что подарят все-таки столы, да, стулья, да, посуду. А вот как быть с буфетным питанием? Там же ведь обычно продают и шоколадки всякие, и чипсы, и кириешки. Сейчас это разрешено? Или пока есть уже планы запретить это вообще в школах? Нет, вы знаете, у нас есть постановление правительства за номером 320, который был утвержден в марте 2012 года. Вот там есть специальные запрещенные блюда, запрещенные продукты. Там все это оговорено. Да, регламент.
регламентов, и которые у нас объекты образования строго этому соблюдают. Хорошо. Вот, да, там вот таких вот, вот сейчас, как говорил Гульнара Муратбековна, изделия во фритюре, шоколад, там даже соки не все должны реализовываться. Да, вот эти вот, на которые на красителях, газированные напитки, потом эти фарш-маки, вот это все, которое, там очень большой перечень, который не допускается. Я просто, знаете, вспоминаю, вот я учился в 89-м году, в первый класс пошел, я вспоминаю столовую школьную. Это был действительно разработанный, продуманный рацион, то есть молочные каши, яйцо, да, там, допустим, салаты обязательно на обед. Вот, ну, первоклассники два раза ели раньше, по-моему, а вот постарше уже один раз. Булочка обязательно какая-нибудь сдобная, но она такая была не сильно сладкая. Конечно, это было не так вкусно, как дома, но тем не менее это было сытно. Есть 611 санитарное правило за номером 611, который был утвержден в августе 2017 года. Там тоже оговаривается, что должно быть на завтрак, что должно быть на обед и что должно быть на ужин. Потому что у нас интернатные организации, которые проживают в общежитии, у них, конечно, обязательно введено пятиразовое кормление, причем горячее. Вот. А в школах оно вот, вот так вот внедряется, которое вот только по разрешению. И каждый, видите, в школах у нас сейчас работают индивидуальные предприниматели, они как бы отдельные юридические лица. Вот. Они обязательно утверждают меню, которое потом утверждает руководитель этого отдела, этого учреждения образования. Ну, я так понимаю, там даже с родительским комитетом как-то проходит. Да, родительский все, комитет при этом присутствует, и они это все рассматривают, и уже потом с учетом того, что прописано в санитарных правилах, вот с учетом этого они составляются меню и утверждают. Дальнейшая наша задача, когда мы идем на плановые проверки по особому порядку, мы уже смотрим это меню. Действительно, не соблюдается, не соблюдается. Если там выявляются ли запрещенные блюда, вот, которые по санитарным правилам утверждены. Вот. И вот эти вот все. Потому что они еще ведут же документацию. Есть такое понятие, как брокеражный журнал, где они каждый день пишут меню, которое у них было каждый день, и медработник школы обязательно дает допуск, разрешение на меню. Ауылдық округтерді тексеру қиын емес пе? Қанша уақыт істер оны? Қанша уақыт аралығында тексерістен өткізіп отырасыздар? Ауылдық округтерді жылына бір рет тексереміз біз. Жылына бір рет. Жәнегі біздің өзіміздің көрсеткішіміз бар, және соған білінген жәнегі кәсіпкерлердің кодексі бар. Соның ішінде регламент ендірген, сол регламент бойынша жылына бір рет барып, біз мектепке дайындықтарын қарап шығамыз. Осы жолы міне біздің мамандар барып келді, сол дайындықты анықтап, әкімшілікке жергілікті жәнегі білім беру мекемелерінің бастықтарына осындай қағаздар, іс қағаздар дайындалып жатыр. Мы вот слышали, сейчас реже, все реже и реже, но вот лет 5 назад, лет 8 назад очень часто были отравления в школах, да, и в нашем городе были. То есть сейчас уже это сведено до минимума, благодаря вот подобным проверкам, благодаря подобным санитарным правилам, которые введены, да? Я так понимаю. Да. Но здесь хотелось бы сказать, что вообще заболеваемость у нас как бы по регламенту и нашему контролю делится на два вида, чтобы мы изучали соматическую заболеваемость и несоматическую заболеваемость. И вопросы питания школьников, то есть в организованных коллективах, детских, дошкольных и школьных объектах. В связи с этим хочу сказать, что у нас вот зарегистрированных случаях групповых заболеваний, инфекционных заболеваний или пищевых отравлений, токсикоинфекций не зарегистрировано. Единичные случаи. Значит, вы отлично работаете. Спасибо. Единичные случаи заболеваемости имеются, потому что он носит социальный характер. Ну, поэтому, это понятно, поэтому да. Сейчас вот начинается у нас как бы новый учебный год. Недавно было проведено августовское совещание городским отделом образования. Мы совместное участие принимали и свои данные по заболеваемости, по организации вопросов питания, обеспечения водоснабжения и также проведение ремонтных работ было в полном это отражено. Давайте выслушаем дозвонившегося к нам телезрителя. Добрый день. Карлок. Здравствуйте. Карлок. Карлок. Ага. Сказали про правовые акты, там, нормативы, то есть для школьных организаций, а вот для дошкольных детсадов,
Мы бы как раз к этому вот и шли как раз. Сейчас следующий вопрос буквально был. Ну, спасибо большое, что участвуете в программе. Да, вот как быть с дошкольными организациями? У меня еще был вопрос по особому меню, потому что есть детки у нас, которые нуждаются в каком-то питании, например, особом. Ну, вот в связи с каким-то заболеванием. Им как-то вот уделяется внимание или они с собой должны приносить? Ну, давайте все-таки сначала про садики, наверное. Да, про садики. Вот Гульмария Тулиганова сейчас недавно отметила постановление правительства 320-е 12 марта 2012 года, называется «Об утверждении размеров, источников, видов, правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь». Здесь имеется в виду все учреждения, все виды. Это дошкольные учреждения, внешкольные объекты, ну, закрытые детские учреждения, как школы, интернаты и так далее. И согласно этого регламента определены нормы и охват бесплатным горячим питанием. Ал жазғы лагерлерде, е, балаларымыз жазда демалады, ондағы жағдайлар қалай? Тамақтану. Тамақтану бойынша, енді бізде бір жәнегі жазғы демалыс орны орбита бар, және 55 мектеп жандағы лагер ашылды. Ол сезонда бізде 14 мыңға жоқ бала демалды, жәнегідей аурушаңдық белгілері жоқ бала аурулардың нелері тіркелген түрі болған жоқ. Сондықтан тамақ оларда жақсы ұйымдастырылды. Гүлмария Төлегенов толықтырып айтып өтеді. Ну, вот в садиках тоже такое, так регламентировано питание? То да, есть строго... вот это постановление касается вот всех учреждений города. Еще по по детским дошкольным учреждениям есть другие санитарные правила. Номер 615. Там. Тоже август 2017 года. Там тоже указано, прописано те же запрещенные блюда, которые нельзя включать в меню. Там тоже прописано запрещенные блюда, которые, ну, запрещенные блюда по возрастам указаны, сколько калорий должен ребенок получить. Прописано, какой выход порции должен быть на каждого ребенка по возрастам. А нормы продуктов уже дается, вот как мы говорили, в 320-м постановлении. Потому что в 320-м постановлении там прописано отдельно для детей, возраст для детских дошкольных учреждений, отдельно для школьного возраста, отдельно для высших и средних учебных заведений, то есть для студентов, и отдельно прописано для школы-интернатов, которые у нас коррекционные школы-интернаты, которые должны быть другие нормы. Это все прописано. Ну вот в садике это как-то проще, наверное. Там буфетов нет. Там все-таки единое ребенок уже не купит себе гадость всякую. Там что дадут, то будешь есть. А вот в школах, в вузах, там, конечно, да. Ну, в вузах уже люди взрослые, сами знают, что надо, что не надо есть. Но тоже есть регламент, и тем не менее, мы регламент, который они придерживаются, и мы, которые тоже смотрим. Я до сих пор вспоминаю с ужасом пирожки с гречкой, которые в университете у нас... Я так понял, что если на второе была гречка, то у них на утро были пирожки с гречкой. Если с капустой, были на утро пирожки с капустой. Ну, времена, конечно, были совершенно другие, сейчас все не так. Все не так, да. Говоря о воде, вот вы затронули эту тему. Я знаю, что многие классы скидываются, покупают кулеры себе. Но школа как-то обеспечивает водой детей? Или вода вот из крана, которая бежит, могут употреблять? В санитарных правилах 611 там прописано, что должен быть организован питьевой режим. И у нас в школах, конечно, устанавливаются питьевые фонтанчики, вот, которые не с раковиной, а именно типовые питьевые фонтанчики. Но допускаются и вот эти кулеры-диспенсеры, которые устанавливают, но при этом должны дети иметь обязательно индивидуальные стаканчики. Да, потому что или одноразовые стаканчики. Еще есть звоночек у нас. Добрый день. Кайрлы кан. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела общаться. Да, конечно. Пожалуйста. Вот сейчас к вам приходят молодые кадры, только окончившие там училище или там техникум или там что-нибудь. Вы имеете в виду, подождите, вы имеете в виду, куда, в школы, в садике? В школу приходят молодые кадры, только окончившие институт или там училище. Они как относятся? Допустим, у меня знакомые. Дочка работала, внучка работала вот где-то 20 школах, не знаю. Вот она страшно жаловалась. Ей не понравилось. А кто было 20 тысяч всего. Поймите, не дали ей никакой кабинет. Она бедная тащит или пальто там вешать, или куда что-то, или портфель положить, на следующий заходить.
кабинета нет, не знает, один день сюда, один день туда, вот, кидался. Потом, значит, начала выборная участок, вот, я понимаю, но у нас тема немножко другая, мы сегодня про питание говорим. Да, это вопрос, конечно, очень важный, вопрос, связанный с образованием. Конечно. Давайте мы отдельно посвятим этому программу, мы запишем обязательно. По поводу организации труда, это мы сделаем такую программу, вы не волнуйтесь. Позвоните к нам тогда, да, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну, а сегодня мы как бы про детское школьное питание, про здоровое питание, о том, как обеспечиваются сейчас наши дети в школах. А, кстати, вот говоря о продуктах, есть ли какие-то нормы по закупкам продуктов, мяса, допустим, круп и так далее, для тех, кто предоставляет услуги питания? Или они где угодно могут это покупать? Нет, санитарными правилами, вот 611 615 регламентируется, есть, кроме того, закон о безопасности продукции тоже. Это касается и пунктов общественного питания, и организованных коллективов, где обязательно товаросопроводительные документы должны быть. Значит, это понятие включает обеспечение декларацией всех продуктов питания при перевозке, доставке. То есть, получается, на каждый помидор партию должна быть... Да, на каждую партию, а это обязательно. Это первый сопроводительный документ. Он включает декларацию и сертификат соответствия и ветеринарно-санитарную справку. Да, это обязательно наши специалисты при проверках и в особом порядке, и внеплановом они проверяют в первую очередь эти документации. Когда проверяли, были ли выявлены какие-то нарушения? Да, конечно, таких вопросов много. Вот, допустим, если в целом по отделу цифры брать, то 158 проб исследовано было, из них у нас несоответствие было, сейчас я скажу. То есть пока еще не все так идеально, да, как хотелось Нет, замечания есть, конечно. И он... 158 проб, это имеется в виду 158 продуктов было? Да, на соблюдение технических регламентов. Сколько приблизительно учебных заведений? Это, ну, по школам я не могу сказать. Вот 4 пробы не соответствовали по маркировке продукции, 1 проба по микробиологическим показателям и 1 проба по санитарно-химическому составу. Это вопросы технического регламента, то, что вы задавали, есть ли сопроводительные документы. И вот при отсутствии или неправильной маркировки, допустим, или нет перевода, или оно товарный вид не соответствует маркировке, упаковочный материал не соответствует, и санитарно-химические вот элементы. Вот здесь привела пример. Микробиологический показатель не соответствует, тогда мы принимаем меры. Но наши меры, знаете, это согласно кодексу административного, и было выдано 7 предписаний. И 2 материала переданы были в суд. Давайте о карательной функции, так скажем. То есть какими правами, какими возможностями обладает отдел санитарно-гигиенического надзора за детским подростковым питанием, пищевыми объектами. То есть предписание – это первое, что вы можете сделать. Да? Если будет соблюдено, то все, это остается нормально. Выдаются сроки, у нас есть тоже определенные сроки, по ним департамент этот вопрос контролирует. И согласно, в зависимости от выявленных нарушений, мы устанавливаем сроки проверки этих предписаний. Ну, от 10 дней, можно сказать, до полгода и до года, можно сказать. Но, опять же, зависит от нарушения, Вопросы ремонта и так далее, то тогда максимальные сроки. Само помещение вы осматриваете, мы полностью, санитарно-техническое, гигиеническое состояние, вопрос питания, в общем, то, что указано в санитарных правилах. Варлан Дексерис. Вообще, продукты питания у нас в государственных учреждениях проводится тендер на поставку продуктов. Обязательно. Я так понимаю, это производители казахстанские же. Местные производители, они проводят тендер, и на основании тендера, кто выиграл тендер, они потом поставляют продукты. Еще есть звонок у нас. Тема просто очень интересная. Добрый день. Карла, здравствуйте. Я вот, вы говорите, в школах, где-то, а больница, как питание происходит? Спасибо за вопрос, но это отдельная тема. В учреждениях здравоохранения питания. Да. Ну, это, наверное, к вам не относится или относится? У нас отдел есть контроль внутрибольничных инфекций, целый отдел занимается, и они также регламентируют, у них свои стандарты введенные тоже. Там диет очень много. Там диетические столы и так далее, это другой вопрос.
Да, это к сожалению, отделу. Да, некомпетентны наши гости, да, мы сегодня именно вот в сфере образования говорим. Ну а если вот говорить о вот предписании, это первое. Если злостно продолжают нарушать, тогда как вы можете повлиять? Согласно административного кодекса, 425-я статья, часть первая, это полностью относится к деятельности санэпидслужбы, контроля и надзора. Мы по нему налагаем административные штрафы. У нас начинается от 10, 20 МРП и дальше как бы... Минимально это в тенге в эквиваленте, это сколько будет? 24 тысячи по МРП, если считать. В принципе, уже да. Это за какие-то минимальные погрешности, да? Ощутимо это, да, поэтому не хотелось бы, чтобы нарушали. Ну, а таких нет злостных нарушителей, бывает? Ал? Ең ауыр жазалардың бірі қайсы болады, егер дұрыс ұстанбаса осы заңды түрде? Біз енді қазір болады, бізге тоқтату жұмыстары жүргізілген жоқ, биылғы цифралар бойынша приостановка объектов не проводилась. Потому что из года в год, конечно, материальная база школы, это не только работа нашего управления, это и акимат занимается в городе Семей, и ведомственные учреждения, в том числе отдел образования совместно, и совместные планы по улучшению материальной базы. Каждый год с нами согласовывается и выделяется определенная сумма денег по городу Семей, по Бралинскому региону. Поэтому у нас аварийных школ как бы нет в городе. Мне кажется, это и в интересах самих школ. Да, и вопросы переплатежности тоже мы можем сказать, что цифра как бы больших процентов переплатежности у нас тоже нету. Есть школы, но это не глобально, как бы сказать. Строительство школ в городе, вы знаете, семитяне знают, в поселке Юноси и так далее, в Бралинском регионе строительство идет. Но если взять вот меры пресечения, у нас предписание, административный штраф, потом представление материалов в суду, вот два административных материала, я вот выше сказала, и приостановка деятельности объектов. Вот такие меры у нас воздействия. Ну, это серьезно. Да, то есть есть возможность у вас как-то повлиять, да? А то могут ведь некоторые... Да. Сейчас же, по-моему, мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, но здесь связано с питанием такого нет, да? Да, проверяется. Вот Гульмария Тулюкина сказала, через тендерное участие, да, вот выигрываются, значит, тендера, и ИП у нас занимается вот организацией питания именно в детских организованных коллективах, в том числе в школах. Согласно регламенту, они относятся к значимым объектам высокой категории и проверяется два раза в год. А школа проверяется один раз в год. А вот говоря о времени, то есть, ну, я имею в виду, хватает ли времени на поесть у детей? Там ведь тоже как-то тоже регламентировано, да, это время? Собака раз, да. Да, перемены. Это, вы знаете, согласно 611 приказу, опять-таки, там установлено, что обязательно должна быть предусмотрена большая перемена. Сейчас это регламентируем 20 минут, не менее. 20 минут, да. За это время должны... Вначале они, конечно, кормят начальное звено, потом средние и старшие. То есть у каждого это перемена в разные периоды? Да, они должны, каждый руководитель должен обеспечить, чтобы все дети могли вовремя поесть на перемене. Но это время тоже менялось, насколько я помню. Нет, мы учились, была самая большая перемена, по-моему, 10 минут. Потом сделали 15 минут. Вот сейчас уже 20 минут, сейчас да? Сейчас 20 минут, две перемены по 20 минут. Две даже перемены? Две перемены по 20 минут. Ну, хотелось бы сказать, вот, допустим, мы говорим вопрос горячего питания, да, но старшеклассники, они в основном иногда бывают случаи, что меняют на выпечку. Ну, хотелось бы вот просьба родителям через телевидение сказать, чтобы действительно они питались правильно. И, все равно что-то схватят. Употребляли горячее питание, которое организовано в школе. Енді біраз тақырыпқа қарай ауыссақ, жалпы қауын қарбызды барлығымыз жақсы көреміз, е? Ал қауын қарбыздан қандай аурулар тарайды? Мысалы, қазір кезде жаз айларында. Қазір август айы, тамыз айында, енді бұл қарбыздың нағыз кезеңі деп айтуға болады. Халық қазір алып жатыр. Біз осы алдыңғы жұмада акция өткізген болатынбыз. Енді бірінші ол нитрат өнімдері ішінде болғаннан кейін оның тез пісуіне әсер етеді, сондықтан нитрат өнімдері регламент бойынша қосылып отырады.
қосылғанда біз жәнегі... Нормасы бар шығар е, белгілі бір? Да, әрбір жемістерге өзінің нормасы бар. Картоп өніміне, свекла өніміне, қызанаққа нормалары бар оның. Ол нормалардың көрсеткіші әртүрлі болады. Біз сон нитратамермен әні көзде халыққа көрсетіп, Америке базарында көрсеткен боласымыз. 82 проба жасалды. Сол 82 пробада жәнегі жоғарғы дәрежелі көрсеткіштер анықталған жоқ. Сол норманың ішінде не төмен болды. Сондықтан қазір халық қорқпай бәрін алып, қолданып, өзіне денсаулығын жақсартуға болады. Енді аурулар таралуы мүмкін. Енді ол негізгі ол улану, улану болып саналады. Нитрат деген енді химикалық зат. Ол жәнегі дұрыс тамақты бағасы төмен деп кейде халық алуы мүмкін. Не қаражатына байланысты шеттері жарылған болу мүмкін, елі жұмсақтау дейміз, сол жерден күн сәулесі өтіп, ол жәнегі нитратпен ауа қосылған кезде нитрит өнімдері пайда болады. Нитрит деген ол жәнегі улануға алып келеді, жәнегі токсико-инфекциялық шек ауру деп оны талдап жатады, ал басында ол нитриттен жәнегі бұзылыш ауамен қосылғаннан сондай улануға келіп соқтуы мүмкін. Осы кезде кеңес бере кетсеңіздер, біздің көрермендерге қандай жалпы қарбыз таңдауда қалай таңдаған дұрыс деп, енді мысалға біз қарулы көзбен қарай алмаймыз ба оған? Бізде 186-шы санитарлық ереже бар, сонда талаптары қойылған. Бұл өнімдерді қазір мелкоптовый дейді, розничный жерлерде сатуға болады. Сатылған кезде олар не тележкада, не машинаның үстінен сатып алуға болады. Ол туралы рұқсат бар. Бірақ та мына әкімшілікпен бізге жаңадан қаулы шыққан болатын. Қаулы болғанда ол 2 жыл бұрын сол қаулы ары қарай өзінің күшін жоғалтпай қосымшалар енгізіліп 29 нүкте анықталды қалада осы қауын қарбыз сату туралы. Ол нүктелерді жәнегі отдел предпринимательствомен біз бекітіп, сол туралы рейдтерге шығып отырамыз. Ал енді ол өнім өзі сатылғанда медосмотр болу керек, сол сатушы адамның таза болу керек, жан жағы ластан жиналып отыру керек. Оны сатып алушы сұрай алады? Иә, сатып алушы жәнегі айтты қой, таларыны сопроводитін документ деп, сол декларация сертификатыңыз бар ма деп бірінші сұрау керек. Адамның айтады ғой, мәдениеті деп, және сатып алушылы да өзінің денсаулығының ағзасын қорғау үшін жанұясының ол бірінші сұрауы керек, қай жерден алуын білу керек. Рыноктардағы жәнегі магазиндердегі жәнегі айтқан мелко оптовый нүктелерден алуға болады, бірақ сол документтерді сұрау керек, соның кейін өзің алған товарына жауапты ол адам потребитель ретінде. Және товардың жәнегі сапасына қарау керек. Ал осы қаншалықты тексерілетін, мысалға қазір жүк машиналарымен алып келіп жатыр, қалаға алып келіп қарбыздарды, қауын қарбыздарды сатып жатыр. Ол қаншалықты тексерістен өтеді және қай мерзім аралықтарында? Олар өздерінің мысалы Шардара, Чимкенттен келіп жатыр, содан кейін Таскескен ауданынан келіп жатыр, Үржар ауданынан келіп жатыр. Сондықтан олардың үлкен партия оптовый алып келген заттарға олардың документтері бар. Біз рейд кезінде тексереміз оны. Содан бізге биыл бір жалобы болды. Ол цементный поселкада болды. Және көшеге тротуарға дейін шығып сатып кетеді. Ол туралы біз әкімшілікпен бірге, отдел предпринимательствомен бірге, жер телімін қарайтын инспекциямен бірге тексеріп, сол сұрақтарды шештік. Ал былай шеттен тыс ондай басқа жалобылар бізге шағымдар келіп түскен жоқ. Ал ауырып түскендерден ондай ешқандай? Жоқ, ондай экстренный жәнегі извещение дейді, бізге ондай случайлар бізде единичный болып тұрады, оны талдайды. Эпидотдел ол сұрақтармен күнде талдау жұмыстарын жүргізіп ошақтарға шығып отырды. Ал ұйымдасқан түрде бір ондай тіркелген жоқ бізде. К сожалению, время первого часа нашей программы подходит к концу, но мы обязательно во втором части продолжим общаться. Еще столько тем, которые хотелось бы поговорить. Заканчивается лето, как раз вот, да, пора всяких бахчевых культур пришла. Может быть, что-то повторим, может быть, что-то новое озвучим. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Қайырлы таң, қазақ елі. Таңғы ақпаратты сазды Сәлем Семей бағдарламасының 2-ші сағаты басталды. Бүгін сіздермен бірге қауынның пайдасы жөнінде әңгімелесіп отырмыз.
Добрый день, друзья. Мы приветствуем всех тех, кто смотрел нас в течение первого часа. И, конечно же, всех тех, кто присоединился к нам только что, включив свои телевизоры на канале «Семей» или зайдя на сайт www.semeitv.kz. Это программа «Салем семей». Мы вместе с вами еще два часа. Говорим мы сегодня о правильном питании, а точнее о правильном детском питании, то есть о том, что едят наши дети в школах, в учебных заведениях. Ну и во втором часе мы решили поговорить еще и о том, а что едим мы, собственно говоря, на улице, насколько это безопасно, насколько это полезно. И много других полезных и интересных тем сегодня мы поднимем, связанных с санитарным состоянием. Ну а сейчас, как всегда, прогноз погоды. Прогноз погоды на 27 августа. В карауле ясно, днем плюс 23, ночью плюс 13. В Абрало погода ясная, днем столбики термометра покажут плюс 30, ночью плюс 20. Бескарагай ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 21, ночью плюс 12. Бородулихе малооблачно, днем синоптики обещают плюс 21, ночью плюс 14. Колбатау небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют 25, ночью 16 градусов со знаком плюс. Копекта погода ясная, днем 24, ночью 10 градусов со знаком плюс. Буджаре ожидается небольшой дождь, днем плюс 24, ночью плюс 16 градусов. В Максуате небольшой дождь, днем плюс 27, ночью плюс 16. В Аягузе погода ясная. Днем 22, ночью 13 градусов выше нуля. В Курчатове малооблачно, днем синоптики обещают плюс 18, ночью 11 градусов тепла. В Усть-Каменогорске небольшой дождь, днем плюс 25, ночью плюс 15 градусов. В Семей малооблачно, днем температура воздуха плюс 21, ночью 12 градусов со знаком плюс. Көрермендер, бүгін 27-ші тамыз, ал бүгінгі күн қандай тарихта оқиғалармен қалды екен, бірге тамашалайық. Рубрика «Хронограф» прямо сейчас специально для вас. В 1859 год полковник Эдвин Дрейк близ американского городка Тайтосвилла, штат Пенсильвания, пробурил первую нефтяную скважину глубиной 21 метр. С этой даты начинается отчет современной нефтедобычи. В 1896 году появилась на свет Фаина Георгиевна Раневская, советская актриса театра и кино, современными журналистами именуется одной из величайших русских актрис 20 века и королевой второго плана. Год 1912. Эдгар Райс Бироуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана. 1925 жылы мүсінші ұлттық кәсіби мүсін өнерінің негізін салушылардың бірі. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның халық суретшісі, Қазақстан өнер қайраткері КСРО суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі Хакімжан Наурызбаев дүниеге келді. 1928 жылы ақын Қабдыкәрім Ыдырысов дүниеге келді. Ақын шығармаларында патриоттық сезім, қайсарлық пен батырлық, достық пен махаббат тақырыптарына тоқталған. Год 1955. Вышло в свет первое издание книги рекордов Гиннесса на 198 страницах. Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения. Ал 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған мерейтойлық медалін бекітті. Итак, друзья, я напомню, сегодня у нас в гостях руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за детским и подростковыми пищевыми объектами Гульнар Муратбековна Жакупжанова. И к нам присоединилась главный специалист отдела Гульбаршин Уановна Байгозина. Добрый день. Здравствуйте еще раз, кого не видели. В течение первого часа мы говорили о питании детском. То есть о том, как в школе правильно, насколько правильно сейчас питание. Давайте теперь поговорим о питании взрослом, о том, что мы часто видим на улицах. Проходя мимо различных таких вот заведений быстрого питания, так называемого фастфуда, проверяются ли эти заведения, насколько они соответствуют санитарным нормам. Особенно я сейчас хотел бы сказать о чебуречных, беляшных, этих всяких. Уж да, франшизы известные, да, там, они как бы, да, там, у них своя рецептура совершенно, там, как бы люди туда идут, зная, что там будет.
хотелось бы сказать, что в связи с этим вот очень много изменений, миграция населения и вот объекты быстрого питания, они увеличивают свое количество да, в мире, и в Казахстане, больше. И в нашем регионе, в городе Семей. Поэтому эти объекты у нас существуют, но отдельных объектов, вот сейчас есть такая услуга, кейтеринговая услуга, то есть оказание услуг, которые вот изготовлены продукты на объектах общественного питания, они доставляются по месту, допустим, для проведения праздничных мероприятий, дни рождения, допустим, или на природу, или можно в гостиницу, и таких услуг становится больше. Кележатр, кейтеринговая услуга, допустим, на Люкон Калларымыз Астанада, Алматыда, эти жақсы. По-моему, даже просто обеды в организацию доставляют. Да, обеды в организацию на дни рождения. Это все виды услуг. И на тойхану, и в мечети, сервировка стола, мытье посуды, уборка помещений, генеральная уборка. Это называется кейтеринговая услуга. Это кейтеринговая услуга. В связи с этим вот введены новые санитарные правила. 186 от апреля вот текущего года утверждены. И мы сейчас занимаемся, проводим свои семинары и ознакомливаем свои объекты надзора, контроля. Вот населению тоже об этом хотелось бы сказать, что такая услуга, согласно вот этих санитарных правил, она внедрена, и нами будет осуществлен контроль. Только контроль будет осуществляться в неплановом порядке. Они к объектам высокой епизначимости не относятся, незначительные объекты. Они стоят на дислокации, а в планом контроля не стоят. То есть, если будут какие-то проблемы со здоровьем человека на тот или иной момент, или подадут экстренное извещение, или в виде жалоб, то тогда мы будем оформляться и выходить на проверку. Сол-кездеғана тексереміз. Бұл қызмет көрсету орталықтарына жалпы одан да бөлек тексерістер барасыздар ма? Тексерістерге мысалы? Жоқ, бармаймыз. Олар өздерінің... Тек осындай... Осындай кезеған жоспардан қана барамыз. Шағым түскенде барамыз. Аурушандық белгісі болса, онда сонда тоже барамыз. Құрмет көрермендер, біз бірінші сағаттың аяғында қауын қарбыз туралы біраз сұрақтарымды қойып әлі біткен жоқ болатынмын. Может быть, мы немножко повторим о том, о чем вот буквально в конце говорили. Началась пора, она уже, наверное, продолжается. Продолжается. Пора бахчевых культур, дыни, арбузы сейчас. Вот с какого периода в нашем регионе безопасно покупать дыню и арбуз? Кто-то уже в июле пробует. Ну, мне кажется, на свой страх и риск это происходит все. Вот когда действительно наши арбузы, и какие, как правило, арбузы лучше всего употреблять? Я так понимаю, лучше всего с нашего региона, да, который выращивают? Да, это, конечно, потому что имеются свои особенности. И в первую очередь, это вкусовые качества, если наш регион. Потому что песчаная местность, это район Бескарагай, это бывший Таскескенский район, Урчарский район. Вот, оттуда у нас местный завоз осуществляется в районе рынка Жансая. И в наших мелкооптовых и оптовых рынках города осуществляется торговля. То есть в супермаркетах города? Да, в супермаркетах тоже, торговых больших крупных домах тоже осуществляется. И с машин, с транспортных средств это разрешено с данными санитарными правилами. И на лотках тоже продается. Это тоже разрешено, но с соблюдением санитарных условий оно может осуществляться. Чардаринский район, Чимкентский, вот Туркестанской области, новый, оттуда тоже у нас имеется, значит, привоз. Да, привоз. И поэтому в первую очередь, что мы требуем, декларативные документы, к нему относятся товаросопроводительные документы, как декларация о соответствии продукции стандартам и безопасности пищевой продукции, сертификат соответствия и ветеринарно-санитарные справки, если подвоз с местных. Ал біздің не сатып алдық, я қауын қарбызды, ішке қабылдар алдында қалай? Да, как выбрать вообще арбуз правильно? И что с ним потом, делать? Да, в первую очередь, конечно, сейчас мы вот недавно провели акцию на той неделе. Я узнаю, надрезать сейчас нельзя, да, вот как раньше треугольничком так. Посмотри, какой арбуз вкусный, дорогой. Во-первых, потребитель, покупатель должен, значит, предъявить определенные требования. К продавцу, скажем, специальная форма одежды должна быть у них, все должно быть организовано, место продажи на лотке, не на земле. Если земли покупать, это уже чисто вина потребителя, покупателя. Он тоже отвечает за свое здоровье, за здоровье семьи. Поэтому санитарная культура, она должна быть достаточно у нашего населения. Значит, в организованных местах торговли должны приобретать, должны
спросить, есть ли сертификат соответствия или декларация, имеется ли медосмотр, и специальной санитарной одеждой они должны быть обеспечены. Во-вторых, значит, должны обратить внимание на качество самой продукции, которая продается. То есть, приобретая за деньги, человек должен обратить на качество товара, на правильность его хранения, теневых навесах, скажем, да? То есть не на солнце он должен лежать. Да, не на солнце, не с земли, скажем. И признаков порчи не должно быть. То есть потребительское качество товара товарному знаку должен соответствовать. То есть там продавчиков всяких, да? Да, без, да, без надрезов, да, без этих, как бы, трещин, там, трещин, без надрезов. И надрезы делать, вот как вы сказали, это неправильно. Это абсолютно неправильно. А как тогда его там по стуку, по звуку? Там столько способов в интернете, да, ну, есть, в интернет-ресурсах, да, очень много приводится примеров, и по нему можно вычитать, как это определить. Ну, вот говорят, что при быстром созревании используют различные пестициды, нитраты и так далее. Есть ли способ избавиться от, от этого, вредных добавок? Или они полезные, может быть? Кто нет, они не полезные. Они, ну, для арбуза-то они полезные, да, а для нас нет. Для бахчевых культур они ускоряют рост. Поэтому весь мир использует ядохимикаты, пестициды. Самое большее потребление – это, конечно, Китайская Народная Республика использует, мы все это знаем. И, естественно, через таможенные, допустим, переезды мы получаем этот товар. И наше население, чтобы уменьшить это количество, зная, что заведомо присутствует определенное количество нитратов, должны правильно его использовать. Надо хорошенько промыть подпроточной водой, а потом используя лимонную кислоту или лимонный сок. Если свежий продукт, мы используем ягоды, допустим, то тогда уменьшается, оно нейтрализуется частично. То есть можно даже порошок лимонной кислоты развести в воде? Да, можно, да, в воде, и потом, да, несколько минут, допустим, можно, ну, 15 минут, можно сказать, до полчаса, да, полежало. Потом только вкусовые его... качества не испортятся? Нет, не испортятся, а потом надо еще повторно промыть и потом использовать. Тогда вот научно доказано, на 35-40% нитраты немножко снижает свое количество. Нам лучше, конечно, не покупать с нитратами. Да. Нет, покупать надо, а потом можно, вот когда вот овощные продукты, надо в виде, допустим, горячих блюд или использовать. Да, обязательно тогда... термообработка? Да, термообработка обязательно, тогда уменьшается тоже количество. А если мы, скажем, использовать с надрезами, бывает, на ценовую политику смотрят. Да, и да, да. Дешевле. К концу рынка, когда выбора особо нет, склады закрыты, человек, как потребитель, может, это с каждым может случиться, где-то гости купить срочно надо. Срочно надо, да. Да. Тогда вот надо быть осторожным, с надрезами, с такими нельзя покупать, потому что окисляется воздухом и создаются вторичные химикаты, это нитриты, они именно вызывают, как бы, отравление. Азық-түлікті фортификациялау жағдайы. Фортификация терминіне жалпы тоқталсаңыздар, одан кейін сол жағдайды түсіндіріп кетсеңіз. Қазір бізде қаламызда қалай жүріп жатыр. Фортификация дегеніміз, енді бұл өзі тамақ дәрумендерін, именно оннан жасалған тағамдарды, ондарды әртүрлі дәрумендерменен байыту, қамтамасыз ету деп есептеледі. Енді бұл бізде қазір кейінгі кезде арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі. Бұл өз өзекті мәселе деп айтсақ болады. Фортификациялау біздің қаламызда қазіргі таңда 5 мукомолдық мекеме бар. Мукомолдық предприятие дейміз ғой. Оны шығаратын, үн өндіретін мекемелер бар. Сол үн өндіретін мекемелерде арнайы дозаторлар орнатылған. Бұл дозаторлар арқылы ол дозаторлармен арнайы дәрумендер сатылып алынып, и сол ондарға қосылады. Ал бұл қазіргі өзекті мәселе дейтініміз, әрине, қаланың жасөспірімдердің арасында, және де жүкті әйелдердің ортасында, тіпті халық ортасында деп айтуға болады, дәрумендердің жетіспеушілігі әртүрлі ауруларға әкеліп туындатады. Сол аурулардың алдын алу мақсатында, профилактикалық есебінде қазіргі кезде именно осы тамақ өнімдерін фортификациялау жиі қолданылады. Бізде арнайы жүргізіледі, ол бағдарлама бойынша жүргізіледі. 90 сайын біз қадағалап отырамыз, оны қанша ұн өндірілгені. Әрине, ол тек қана ұндан өнімдер емес, жоғарғы және бірінші сорттағы ұндар. Одан қосымша осы ұн өнімдерінен жасалатын, ұн өнімдерінен жасалатын тағамдар. Барлығы фортификацияланған болуы қажет. Ал оны біз қалай тексере аламыз, мысалға сатып алар кезде, немесе тұтынар кезде? Оларды бізде арнайы, біз
тексеру бағдарбасында, тексеру бағытында біз нысандарды тексереміз ғой. Сол кездерде біз арнайы осы ондарды, ұнан жасалған тағамдарды лабораториялық сынамаларға аламыз. Бұл кезде оның көрсеткіштерін анықтайды бізде, өзімізде санитарлық лаборатория. Арнайы лаборатория бар, сол бойынша. Және қазір бізде арнайы осы квартал сайын ақша бөлінеді осы техникалық регламентке, осы сауда орындарына. Әртүрлі тағамдарды алып, сол бойынша фортификацияланған ба, жоқ қой, оны біз тексер аламыз. Оны құнарын қандай екен. Жаңа біз витаминдер жайлы сөз қозғадық, ал тұз миған, мысалы маған өзімен керек, тұзға байланысты қойғым келіп отыр. Тұз бізге не үшін керек, және оның пайдасы мен зиян туралы тоқтала кетеміз. Но вообще очень часто нас отправляют к эндокринологу. Иә. И вот я очень часто слышу, что наш регион на йод слаб. От этого какие-то вот эндокринные системы воспаления щитовидной железы, какие-то узелки появляются. Не интересовался глубоко этим вопросом, может быть, просветите, что, почему вот так важна соль и йод для, именно для нашего региона? Я был каждый актуальный вопрос по есептелетивать. Вот мы вот тут дети спешили, йод тут дети спешили, был я на гартуле соматикал гаврулларга кеп тундата. Он уж не я на узун взять когда индемикал зотта был мункун, я не де час аналарды мортасында кемстик пенту атм балларда диегизгеде, бунун барлы гартуле осу аллага кеп йод тут дети спешили к салдарнан, осу йод дети спешили, тен я не айтватрымыз кой это дарминдер дети спешили, тем дети спешили, они имеют имис мусалжда, сонда так вот это что, да? Анемия дегеніміз, енді ол өте көп қазір. Жасөспірімдер арасында да, сондықтан да жаңа йодталған тұзды пайдалану, жаңа фортификацияланған тағамдарды пайдалану осы мәселеден бастап туындалып отыр. Бұл өте бір өзекті мәселе болып есептеледі. Мысал үшін, бұрында шетелдерде біреулер мысал үшін су қоймалы көдейміз ғой, сондайларды дәруменге толықтыратын болса, Венесуэлада мысал үшін кукуруздан жасалған тағамдарды толықтыруда болған, и соның әсеріне жаңағы аурулардың санының азаюына әкеліп сонда арнайы витаминдер қолданылады. Азық түліктерге қолдану арқылы біз жаңағы соматикалық аурулардың азаюына әсер етеміз. Хотелось бы дополнить Гүлбашын Улановны, что есть государственная программа. Допустим, в Республике Казахстан вот именно профилактика йододефицита и профилактика эндемического зоба, который вы отметили. То есть Казахстан, он вообще многие области относится к эндемическим зонам. Это юг Казахстана, это Кызылординская область, допустим. Uh-huh. В то же время, вот, учитывая, что у нас бывший район Полигона, и Симпалатин тоже относится к региону, да, который, к этим, да? Регионам. Поэтому государственная программа нацелена на то, чтобы контролировать и обеспечивать наше население вот именно... именно фортифицированной мукой. Фортифицированной мукой и в связи с этим специальная академия питания Казахстана, значит, разработан премикс. Это состав минерального комплекса, витаминный комплекс. Кроме того, у нас осуществляется завоз со стран, значит, с Турции и с Германии. Вот этот состав премикса, он добавляется в состав муки первого высшего сорта. Согласно статье 160 Кодекса о системе здравоохранения, это обязательно. То есть вот эти изделия, пищевые продукты и должны соответствовать, значит, соответствовать, да? Включить фортификант, в данном случае премикс, и обеспечение йодом. Йодироваться должна быть пищевая соль. То есть весь оралтуз, он идет йодированный, и в организованных коллективах, населению, объекты пищевой промышленности и промышленные предприятия, они должны обеспечиваться в первую очередь фортифицированной мукой и солью, йодированной солью. Да. Скажите, вот сейчас очень модно морскую соль в пищу употреблять, вот ее там через мельницу. Она для нашего региона, по-моему, бесполезна или она тоже йодированная? Нет, она полезная тоже является, потому что по ценовой политике это как бы играет роль. Поэтому это обязательно, потому что это продукт моря, он уже в себе уже вобрал йод, да? Вот эти качества, да, и содержание йода там, конечно, соответствует. А это в первую очередь, почему оно, вот эта государственная программа внедрена и контролируется, усиливается контроль из года в год? Потому что у нас, как эндемичный регион, получается, мы должны это улучшить свое состояние здоровья. У нас вот беременные женщины, они или детородного возраста женщины, они имеют заболевание 36%, допустим. Ого, да. Вы
плохо. Сами беременные женщины, они да, перед беременностью 60% они, им ставится диагноз анемии. В этом году у нас 15 тысяч женщин было население было обследовано и установлен данный диагноз, то есть гипотиреоз, недостаток йода. Поэтому эндокринологи города контролируют и ставят на диспансерный учет. Я так понимаю, каждого второго вообще на самом деле. Да, можно так сказать, потому что это очень такой актуальный вопрос. И это касается детей дошкольного возраста, школьного возраста, поэтому подпитка витаминами, оно обязательно. И морепродуктами, как да, я понимаю. Да, и морепродукты, в первую очередь, рыбные продукты мы должны, кроме белковых продуктов, мяса, скажем, которые мы употребляем, мы должны включить в рацион хотя бы, значит, раз в неделю. Главное не переборщить, да, потому не что переборщить, у нас бывает такое, что скажут, надо йод, и будут огромными количествами поглощать все, что содержит йод, пока его не переизбыток не будет в организме. Да. Давайте послушаем дозвонившегося телезрителя и потом продолжим. Угу. Добрый день. Хайло Кун. Здравствуйте, Галина. Вопрос хороший, подняли. Ядерный соль. У нас, мне кажется, и Казахстан, территория в Советском Союзе тоже мало было очень соли. Ну, это йода. Именно ядированный, да. Ядерный. И знаете, мы это по секрету, я вам говорить не буду, мы сами, врачи бывшие, проверили соль. Мне интересно, есть ли йод в соли, ядированный йод? Нет? По нашему проверению нету соли. Ну, мы хотели вопрос поднять, сам к инстанцию обратиться, кто проверяет соль. Это, да, это давно, давно было, Лариса Захарьевна? Это где-то месяца три назад. А, так недавно, да? Да. И стали мы этот вопрос поднимать. Сейчас вот вопрос, я слышу, думаю, скажу. По своим этим реактивам проверили. Насколько йод, да, в этой соли есть? А ничего нет. Любопытно. Спасибо большое. Ну, вы подняли этот вопрос. Я думаю, наши руководители отдела санитарно-эпидемического надзора, гигиенического надзора могут как-то на карандаш записать. Да, конечно, проверить. Мы это учтем, потому что вот декларативные документы мы, когда особые проверки проводим, то есть выше плановые по особому порядку, мы обязательно оттуда берем. Да, у нас, я так понимаю, бактериал... производитель не один, да? Поставщик нет, не один, их да, много. Да, их много, может быть, это потому что сейчас есть таможенный союз, вот декларативный за номером 299, единые документы у нас есть, поэтому как товар тоже мигрирует, можно сказать, не только с других стран, но и с соседней России, Белоруссии и так далее. То есть мы тоже импортируем и экспортируем. А есть ли у нас производители соли? У нас Аралтус. Вот, Аралтус. У нас, да, Аралтус, вот именно мы контролируем. То есть по нашим лабораторным исследованиям положительных находок вот за истекший период мы не обнаружили. Даже по цифрам прошлого года я могу сказать, как руководитель, у нас положительных находок не было. Декларативные документы одно, но мы обязательно проверим. Вот по данному случаю я могла бы сказать, население может, ну, допустим, на лабораторную экспертизу принести, да? И обследовать. То есть и объект можно, где приобрели, то есть в виде обращения могут нам обратиться в письменном виде. Только в этом случае должны представить, допустим, в каком ИП, в каком магазине приобрели данные нужны. Да? Обязательно чековая продукция. А в чеке будет указано БИН, без этого мы не можем оформить и выйти на объект. Это у нас как бы вторая сторона вопроса. Значит, у нас Центр правовой статистики в Искаменогорске находится, он не может регистрировать. И обязательно фотоотчеты или видеоотчеты должны быть. Поэтому, чтобы правильно рассматривать обращения наших лиц, граждан, физических, юридических лиц нашего города, мы требуем, чтобы товаросопроводительные документы, допустим, к нему приложено было чек, фотоотчет и правильный адрес этого объекта. Тогда уже качественное будет обследование и лабораторная экспертиза проводится. Но могут принести просто продукцию и сказать, вот, да, можно в данном ли случае, выявить? Да, мы являемся государственной организацией, а лаборатория, она частная. В частных условиях они могут обратиться и проверить состав. Насколько соответствует заявленному на этикетке? Да.
Это здорово. Если не соответствует, то они письменно уже в наше управление могут с этими, со всеми доказательными документами, с чеком обратиться, тогда мы, соответственно, будем принимать меры. А меры насколько серьезные? Меры, вот я сейчас в программе озвучила, согласно административного кодекса, от 10 МРП у нас выше. Ну, там и до суда доходит, да? Да, до суда передача, если это грубейшее нарушение, или мы эти документы передаем соответствующей инстанции тоже вот. Регионы. Ну, то есть контроль, есть меры наказания за нарушение данных, несоблюдение норм, заявленных. Ну что ж, друзья, время программы подходит к концу. Есть возможность обратиться. Есть у нас звонок еще один. Добрый день. Кайлы Гэн. Ага, здравствуйте, еще раз. Знаете, мы подумали, что это соль возят вот где-то за рекой. Мы знаем, есть там сольпром. И в Павлодар возят, и к нам возят. Я там вот лет 20 или 30 назад был. Там соль очень белая, белая соль. Какой район? Еще раз Павлодар. И пока что Павлодар возят туда. Это за рекой где-то в сторону атомного полигона. А как есть маркировка? Как называется соль? А я даже не знаю, как это называется. Человек ештеңке сақталған жоқ, е? Ну, это я так понял, вот просто из интереса вы решили проверить, да? Вот оттуда вроде будет свой сюда. Вот мы подумали, что там неодированная, потому что нет организации такой. Они просто так возят, наверное, пачку купят где-то и магазины. Спасибо, за... Спасибо за сообщение. Нет, надо было, мне кажется, все-таки, потому что для населения важно. Может быть, для животных соль какая-то, которая продается там, ну, там она не играет роли, а вот даже для попугайчиков играет роль. Чего уж говорить, там специальные зернышки продают. А для населения обязательно. Так что вот Гульнара Муратбековна записала, может быть, какой-то результат будет, да, проверки? Хорошо, мы это уточним. У нас есть объект, который изготавливает, именно занимается разработкой, мы можем это уточнить. В частном порядке к нам могут обратиться люди. Вам спасибо огромное. Можете обратиться к нашим телезрителям с советами, с пожеланиями. Да. Преддверии 1 сентября. Да. Вот я бы хотела обратить внимание населения нашего города. Все мы, значит, воспитываем детей. Сейчас уже как бы новый учебный год начался. Поэтому вопрос питания детей – это актуально. Каждый родитель должен интересоваться. И действительно, чтобы дети употребляли правильную пищу. И действительно, не только в организованных, и в семье было правильное приготовление. На это надо обратить. То обычно бывает так, что приходят в садик, там правильно питаются, а он не ест, потому что привык к тому, что дома едят. Потом такие случаи, как школьники старшего возраста меняют вместо горячего питания на выпечку. Тоже вот именно в воспитательном русле надо на это обратить внимание. Второй вопрос по профилактике. Допустим, как бы отравление, скажем, использование своевременно как бы в меню бахчевых культур. Поэтому обратите, пожалуйста, на место торговли, требуйте декларации, сертификаты соответствия и правильно обработайте перед употреблением в пищу. А лучше всего покупать в магазинах специализированных. Да. В специализированных точках торговли, это вот население наше как бы знает, поэтому не на остановках, как бы бывает, мы общий контроль не можем осуществить, это как бы прерогатива УВД, это да. То есть, поэтому население должно повышать свою санитарную культуру, потому что есть сейчас как бы ответственность и органов здравоохранения и самого населения, это законом прописано, поэтому солидарная ответственность должна быть. Спасибо, Гульбаршын Ивановна. Вам слово. Да, тут нушаларга айтатынбыз, осы мына ар бир дүкөндөрдөн алатын кезде тамактардын барлыгына сертификаттарына карап алуу керек деп отурмуз. Жанагыдай арине дарымендер менен байытылган тамактарды колданган дурус. Бунун барлыгы жанагы соматикалык аурулардын профилактикасына байланыштуу. Тек гана дарымен